В эти летние каникулы многие ивановские школьники решили подзаработать. Отдых – это, конечно, хорошо, но и денег на карманные расходы много не бывает. С 9 утра до 12 дня сотни юношей и девушек делают наш город чище. 1300 детишек в этом году работают вот так в парках, помогают городу наводить порядок. Да? И я скажу, очень востребованы сегодня ребята, потому что они, во-первых, очень добросовестно свою работу делают. И ребятам интересно поработать, потому что всего 3 часа работают они с 9 до 12. И неплохой все-таки бюджет дополнительный, 2800 рублей получают. Я смотрю, пользуются спросом. Работают 16 дней. Вооружившись метлами и мешками, они убираются в городских парках и на других общественных территориях. Зарплату сулят небольшую, а потому ребята воспринимают свое пребывание в трудовых отрядах скорее как нескучное времяпрепровождение на свежем воздухе. Пришел для того, чтобы накопить на телефон, чтобы познакомиться с друзьями, так, дружить, общаться. Вот. Провести время. Первые отряды вышли на уборку города еще в апреле. Заявки начали принимать с февраля. Сейчас только в одной смене 260 человек. Дети из малообеспеченных, многодетных семей, ребята, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, ну и просто наши обыкновенные граждане, юные граждане города Иваново. Поскольку количество молодых людей, желающих подзаработать, растет, так называемый фонд оплаты труда тоже приходится увеличивать. В 2012 году бюджет города выделил на эти нужды 3 миллиона рублей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.